Всем привет, друзья! Меня зовут Векшита. В жизни встречается очень много самых разных аббревиатур. Я сам по себе знаю, что не все из них легко расшифровать. В этом выпуске я отобрал 5 довольно простых вариантов. И сегодня мы посмотрим, как простые прохожие в торговом центре ответят на эти вопросы. Друзья, я не буду никого задерживать, каждому хочу пожелать приятного аппетита, приятного просмотра. Меня зовут Векшита, и мы погнали работать. Елисей, привет. Привет. У тебя крутое имя. Спасибо. А знания? Ну, более-менее так сойдет. Тут цепочка есть. Угу. Ноготочки. Да. Правда, старые, но ладно. Ну, давай все-таки продемонстрируем. Ну, меня зовут Максим. Мне 25 лет. Закончил школу, ПТУ. Ну что, эффектное возвращение... Юры? Всем привет. Юра, здравствуй. Здравствуйте. Откуда приехал сюда? Екатеринбург. Как тебе опыт? Отлично. Ну, приятно с блогерами общаться. Мне 16 лет. Я занимаюсь переводом и озвучкой, так скажем, корейских, китайских сериалов. Ну что, готовы, ребята? Да. Да. Представьтесь для начала. Миша, Михаил. Влад. Владислав. Да. Художник. Вы художник? Да. Круто. А в какой специализации? Портретист, абстракционист и все. Я боюсь таджиков. Почему? Не знаю, я их боюсь. Чё, кого, Векшита? Я знаю тебя. Мазафака, бич. Как зовут тебя? Меня зовут Артур. Ах, чёрт тебя дери, но... Роман, здравствуйте. Добрый день. Очень такой интеллигентный, приятный человек. Спасибо. Про себя что-нибудь скажете? Да мне нечего тебе сказать. Расшифруйте. ФСБ. Чё? Я не интересовалась этим. Слышала такое слово? Да, конечно. ФСБ. ФСБ — это типа менты, взламывают двери и т.д. Нет, я не расшифрую, я тупой. О, федеральное сообщество. Сообщество? Сообщество ББ. Помню только федеральное сообщество. На самом деле у меня очень большая половая сила. Все, кто посмотрит, вы можете использовать это для своего удовлетворения. Душевного и физического. Ты больной, что ли? Ну чего же федеральное сообщество? Б. Что может на Б начинаться, я не помню, честно. Вариант ответа? Давайте. Баранов. Бандитов. Безопасных людей, безинтересных людей. Бандитов. Реально? Сообщество бандитов. Саня. Аккуратнее с языком, молодой человек. Фискальная... Подожди, давай серьезно. ФСБ. А, нормально нужно? Так я же могу сказать, что это Федеральная служба безопасности. Вот, молодец, Артур. Я знаю. Что-то федеральное. ФС. Служба безопасности. Федеральная служба безопасности. Федеральная служба безопасности. Федеральная служба безопасности. Владислав у нас... ФСБшник. Трушный. Федеральная служба безопасности. Федеральная служба безопасности. Ну, блин, стандартно Федеральная служба безопасности, и нового ничего не придумаю. Вот не все отгадывают. Да ладно. Конечно. Как так? Бессовестные. Вот ребята, вы бессовестные, знаете. Вот кто не отгадывает, у них надо забирать денежку, а не давать. Кстати, прикольная идея для шоу. Отгадал, забрал у меня, не отгадал, отдал мне. Вооружимся этой идеей. Расшифруйте. ВМФ. Ты служил в армии? К сожалению, да. Я служил в армии. Мне не понравилось. Я потратил время. Почему не понравилось? Ну, потому что ты просто как овощ там, просто тратишь свое время, жизнь. Можно гораздо интереснее проводить время. А вопрос, с чем это связано, можно задать? Можно. С чем связано? Военное министерство. Жесть. Че? Сложно? Да. Сколько вам лет, Роман? 21. Служили в армии? Служили в армии? Да. Кем?
в Росгвардии. Что-нибудь, не знаю, там, водительское. Водительское? А, я правильно угадал? Да, водительское. ВМ. Маршрутное. Водительское, маршрутное, ВМФ. Формирование. Ага, формирование. Угу. Не знал? Вообще первый случай. Следующий вопрос. Саня, если ты была мужчиной, ты бы хотела в армии послужить? Я думаю, мне даже девушка это интересно. То есть реально? Я такой человек, что я хочу в жизни все попробовать. И для меня армия кажется чем-то, ну, интересно, что там происходит. То есть что-то плюс одно в эту жизнь, что можно попробовать. Прям взяла бы автомат Калашникова, перезарядила его и как бы в кого-нибудь. Если потребуется, да, было бы неплохо. Так, военно-морской... А военно-морская служба... силы. ВМФ. М. Военно-морской... флот. Военно-морской флот. Военно-морской флот. Военно-морской флот. Военно-морской флот. Браво, это правильный ответ, все. Ого-го. Военно-морской флот. Военно-морской флот. Военно-морской флот. Молодец. Все. Давай у тебя будет прозвище Саня ВМФ. Давайте. Давай, за Саню ВМФ. Как расшифровывается ВВП? Следующий вопрос. Нет, кадет меня. ВВП. Внутри. Слово ВВП. Слышала? Нет. По телеку. Я телек не смотрю. Ну давай будем с тобой честны. ВВП ты слышал? Допустим, слышал, но что это значит? Кстати, у меня инициалы ВДВ, а у моего отца инициалы ВВП. Что, что, что? Владимир Владимирович Путин, типа... ВВП. Это что-то связанное с экономикой. Давайте первое слово. Не скажу. Вы же можете. Я могу и три сказать. Да, давайте. А что, так можно было, что ли? Этот, господи, Владимир Владимирович Путин. Это... Это не тот, да? О ком вы подумали? Владимир Владимирович Путин. Это прям такой, знаете, больше общегосударственный термин. Это что-то банковское, что-то. Владимир Владимирович Путин. Зависло. А может, друзья помогут? Кто-нибудь? Надо помочь Насте расшифровать ВВП. Я не знаю, правда. Без понятия. Настя, они тебе не помогли. Твое отношение к нему какое? Ну, нейтральное. По сути, он многое сделал для страны, но есть и небольшие минусы, то есть, можно сказать. Какие? А вдруг меня посадят сейчас за это? Что-то у меня впервые ноль вариантов вообще в голове, ну... А тебя когда-нибудь дразнили там, типа, Елисей там пошел в бассейн? Нет. Это тебе подсказка, да? Да нет, так просто, сам с собой. Я по-любому знаю, мне почему-то так кажется, что я знаю, но все мозги пропила уже себе. Так, это у нас экономика. Внутриваловый продукт. Да, да. Хорошо. Хорошо, идем, Роман. Да. Улыбочку нужен только еще, конечно же, да, мы все-таки радуемся. Внутренний валовый продукт. Все верно, Артур. 3 из 3. А что, я богат? Я что, заработал бабок? Как расшифровать РНК? Так. Регенерирующая, наверное, какая-то молекула. Ой, нет, там же буквы есть. А ДНК знаешь? Диагностика... Помощь зала можно? У меня тут биолог сидит один. А давай его позовем сюда. Яна, окей. Яночка. Чтоб хотя бы что-то ты сказал. Ты вообще сидишь, молчишь, АФК. Как? АФК? Да. АФК. А что значит? Он типа не бездействует. АФК равно бездействие. Ну да. Бездействие, да. Яна, здравствуй. Очень приятно тебя видеть. Здравствуйте. С Саней ВМФ решили, что ты тут можешь нам помочь хорошо. Да, чем могу помочь? А что такое РНК? Нашла у кого спросить. Биолог. Какой биолог? Я биологию пропускаю. Почему? Неинтересный урок. Я его не буду сдавать.
Меня учительница по биологии убьет. Она моя классная. Давай, как ее зовут? Я не буду говорить. Ну, скажи, пожалуйста, как ее зовут? Дарья Сергеевна. Дарья Сергеевна? Да. Дарья Сергеевна, это для вас. Это тоже по экономике? Нет. Нет? А почему? А по биологии. Опа-на. Маш, что тебе прям нравится в школе? Когда идешь домой. Она меня сама бьет, так что, в принципе, нормально. Дарья Сергеевна, не бейте детей, пожалуйста. Все-таки так нельзя. Подставили Дарью Сергеевну. Сейчас мы с тобой... Да, это плохой поступок. Извините. РНК. Ну, что такое ДНК? Это я могу сказать? Что? ДНК, что такое могу сказать? Скажите. Динонуклеидовая кислота. Какая еще раз? Динонуклеидовая кислота. Динонуклеидовая. Да. ДНК – это дезоксирибонуклеиновая какая-то кислота. Роскомнадзор. РНК из биологии. Так, секундочку. Подходим к друзьям. Что еще раз? Телеканал какой-то, да, РНК? Русский колхозный район. Очень смешно, ребят, мне очень нравится, реально очень хорошо. Тоже какая-то кислота, только на R. Рецензентно-нуклеозная. Ты откуда это знаешь? Учил. Хорошо, ну ладно. Рибонуклеиновая кислота. Роман, красавчик. Спасибо. Рибонуклеиновая кислота. Я бы даже это не выговорил. Ринонуклеидовая. РНК. Ну да. Ринонуклеид. Не совсем, конечно, так, но... Как-то похоже вот так. Похоже, да. Расшифруйте. ИНН. Черт бы его подрал. Это везде на самом деле это требуется. Но как это расшифровывается? Опа-на! Вот это вообще фиг знает. Индивидуальное налогострахование. Подождите, я-то забыл. Все это забыли. Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Ну какое страхование, если ИНН? А, ИНН, извините. Я где-то это слышала. Где я это слышала? Хороший вопрос, я слышал только просто от людей это ИНН. Ну что это значит, я не знаю, честно. ИНН. Ну, блин, как расшифровывается, кстати, я не вникала, но я знаю, что это вот этот вот информационный какой-то там код. Индивидуальный. Немножко не индивидуальный, но я зачту индивидуальный, потому что тоже все-таки свойственный к одному человеку. Идентификационный. А, идентификационный. Что-то номер, там одно слово точно номер. Номер. Я знаю, что при документах, когда заполняешь, есть это требуется, там цифры определенные. Иди ты нафиг! Идентификационный номер новорожденного, что ли? Блин, ты крутой, но последняя буковка мимо. Честно, тогда... Нет, Роман, не отпущу вас. Идентификационный, индивидуальный... Нет, вторая буква Н. А, точно. Ну ладно, по буковкам будем разгадывать? Давай попробуем. Любую букву подсказываю. Давай первую. И. ИНН. Чё, как это возможно? И. Ну, типа, это же так и начинается. Ну, да. Бляха-муха, я тупанула. Идентификационный. Идентификационный. Это регистрационный такой номер. Не знаю, почему с информатикой. Что, налоги плачу. Кто платит-то? Как их называют в общем? А теперь, пацаны, давайте правильный ответ от вас. Налоговый. Вот полностью ответ от вас. Индивидуальный налоговый номер. Ну, не индивидуальный. Идентифицированный. Влад, ты что делаешь? Все, капец. Давай, Миш. Идентифицированный налоговый номер. Ё-моё. Идентификационный он все-таки. Идентификационный? Идентификационный налоговый номер? Или... Номер налогоплательщика. Да? Да. О, космос помог мне. Забыл уже.
Налогоплательщика. Да, тоже. ИНН. Индивидуальный номер налогоплательщика. Идентификационный номер налогоплательщика. А. Вот, блин. Капец. Балда. Идентификационный номер налоговой. Налогов. Налогоплательщика. Молодец. Роман. Да. Честное. Честное. Роман. Что мы сейчас сделаем? Я не могу это взять все в свою власть. Поэтому вашу судьбу будут решать зрители. Роман сегодня был ближе всего, наверное, к правильному ответу. И вы классный. Поэтому зрители решат, отправлять ли Роману 1000 рублей всего лишь за одну буковку или нет. Друзья, пишите в комментариях, и потом я отчитаюсь перед вами, что мы приняли по Роману. Окей? Хорошо.